На подмосковном аэродроме Быково состоялся фестиваль суперкаров «Анлим 500+,» который проводится под эгидой Российской автомобильной федерации. В этом году мероприятие собрало 5000 зрителей и рекордное число участников. В заездах на 804 метра схлестнулись 88 автомобилей самых разных марок. Здесь можно было увидеть Lamborghini, Ferrari, Mercedes-Benz, Porsche, Chevrolet, McLaren и машины других производителей. Одним из самых мощных автомобилей участников стал Nissan GT-R Hellboy Darwin Performance с отдачей двигателя в 1500 лошадиных сил. Конкуренцию ему составили Jeep Grand Cherokee с мотором на 1300 сил и Nissan GT-R Real Performance ETS 1900 Pro, двигатель которого выдает 1200 лошадей. Однако одним из самых красочных автомобилей стал бежевый ВАЗ-2102, под капотом которого притаился двигатель мощностью 512 сил. Суперкары соревновались между собой в 11 классах. В субботу и до вечера воскресенья проходили квалификационные заезды. Участники на время преодолевали половину мили, или 804 метра. Финальные заезды должны были состояться вечером в воскресенье. Участники успели проехать 1/8 финала, когда на трассу обрушился сильнейший ливень. Нужно отметить, дождь давно стал визитной карточкой фестиваля «Анлим 500+.» В этот раз судьи вынуждены были поступить, как обычно в такой ситуации, и подвести итоги раньше запланированного. Тему российских достижений в мировом автоспорте поддержал и стенд программы развития российского автоспорта SMP Racing. Здесь гости фестиваля смогли увидеть целую палитру гоночной техники. Детские дрэкстеры, формулу, а также машины победителей чемпионата России по дрэг-рейсингу SMP RDRC, первый этап которого состоится на аэродроме Быково уже в конце месяца.